Доброго времени суток, коронавирус Санкт-Петербург. Сегодня у нас Чинган Хантер. В этот раз у нас именно пикап. В прошлый раз у нас была версия Пиквью РВ. Автодом, построенный на базе Хантера. Соответственно, также произвели русификацию. Все здесь у нас работает. Все функционирует. Установили приложение. Все также переведено. С вами была компания Xanaver.ru. Если вы владеете Чинган Хантер, Хантер Плюс, либо Пиквью РВ и хотите русифицировать ваш автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. Делаем не только в Санкт-Петербурге, но и в городах-партнерах. Более подробную информацию, контакты вы можете найти в описании. Спасибо за внимание.